Всем привет. Так, у нас 8:30. Я сажусь сразу за работу, потому что надо сегодня доделать сайт и клиенту показать. Вот, Игорь тоже раскачивается. Сказал сделать завтрак. У нас пасмурно, кстати. И дождик был с вечера. Мы перекусываем завтрак. Сегодня решила бутербродиком покушать. Жужу, короче, Игорь уже раз 5 не может записать голосовое, припинается, ушел в коридор, ржем. Он говорит, ну да, не умею разговаривать. Да у меня тоже так бывает, я даже влог, бывает, несколько дублей делаю или что-то, хочу клиенту написать, запинаюсь. Ролики, когда записываю инструкции, вообще там 10 раз, так что нет, это да, чтобы ржал. Так смешно. Мы в работке. Я думаю, подохну. Сейчас вроде начала таблетка действовать от этих женских дней моих, я уже не знаю, вот это трэш какой-то. Всегда боли у меня и у бабушки, вот у меня от нее сильные, и вот вообще трэш. Короче, я тут вообще просто лежала, съела целую шоколадку, ну такую маленькую, вот, сорвалась. Короче, доделываю сайт, мне надо сегодня отправить, сейчас пойду еще мобильную версию делать. Ну что, записал? Я во влог рассказываю, что бывает так сложно, дубли. Бывает? У тебя, у меня всегда. Ну да, у тебя всегда. Это потому что ты. Это потому что ты на ДР сказал тост, и ты весь словарный запас. А еще ты снимал ролики. Кстати, выйдет ролик от Игоря тоже в путешествии. Все это сделаем. В сентябре. Ой, ты тоже долго монтируешь, не только я. Вот, короче, ладно, пошла делать сайт. Коротко о моих порциях. Я решила еще сократить. Но я и так уже, в принципе, не сильно большие ем. Чтобы меньше нагружать свой поджелудочный, что у меня там болит. Всем приятно. У меня пюрешка с курочкой. Короче, без строгана. Сырка. Сижу, ем мороженка. Вот такое вот вкусное. Ну вот мы поспали, отдохнули. Сделали косяк с клиентом. Мы проставили цену на товар. Не 25, а 2500. И уже у него кто-то его заказал. Так было стрёмно. Извинялась. Благо, клиент нормально, адекватный попался. Другой бы мог бы так обложить. Вот. Все решили, сейчас буду проверять еще раз цены. Так неловко. Она на раза три извинилась. Пипец. Ну, он такой говорит, ладно, бывает. Это страшно. Бывает, конечно, но мы всегда стараемся все проверять. Ну, как-то вот так пошло. Что-то не так. Где-то, видимо, облажались. Ну, ничего страшного. А все проверим, зато досконально. Ну, такие дела. Но стыдно. Хоть, конечно, там товаров столько. Но все равно они должны были ошибаться. Так что все проверим. Рабочие моменты я более-менее там свои решила. Сейчас мы начнем уборку. Начали мы, сменили постельку. Сейчас уберем матрас, потому что будем снимать вот эту зону. Такая она клевая. Нам она очень нравится. Но хочется каких-то уже перемен, как бы уже зимой давно и не пахнет. Чтобы соскучиться по зимнему, будем убирать. Снимем занавески. У меня есть еще одни двое у меня на замену. То эти висят, то те ставлю, вешаю. Ставлю. Вот. Короче, будем снимать занавесочки. Я хочу немножко там окно протереть, но сильно намывать не буду. Оно меня вообще раздражает. Оно такое все покоцанное. Ничего там ни хрена не отмывается. Тут вот где кошки мызгаются, я хочу помыть тут вот внешне. Вот. Что мы еще хотим сегодня сделать, Игорь? А, ну снимать гирлянды, зону. Это все очень долго. Шарики каждый, представьте. Там еще гирлянда у нас на окне висит. Мы ее уже не включаем. Тоже будем снимать. Ну, короче, вот такой план действий на сегодня. Хотим это сделать. Такое красивое небо, еще закат отражается в девятиэтажке, и вот такое небо прям вообще классно как выглядит, красота. Чем мы занимаемся, шарики складываю, притираю их, потому что они очень пыльные. Ну здесь вот еще тоже, ну, салфеточкой. Игорь срезает пылюки, пылюки просто, я протираю уже, сюда уже чистые. Ну, наверное, так и оставим. Как будто паутина, Игорь, кстати. Сейчас вот рестораны так делают, разные подсветки хаотичные. Игорь просто срезает гирлянду. Пался, мы тут цирку учим, как этого ходить. Можешь ты поснимать, я его поставлю? Блин. Сейчас я вот так камеру поставлю. Так, камера.
Так, Сир, идем. Блин. Сир, остановись. Пошел. Давай. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Не сдаемся. Ну, Сир. Сейчас. Давай еще. Давай. Ты главное сноровь. Держи хорошо. Да. Давай. Стой. Остановись. Иди, иди, иди. Давай, давай. Нет, не сдавайся. Давай, давай, Сирочка, давай. Ой, до канала кота. Ты чуть-чуть ему дай понять, что по нему можно ходить. Давай, давай, давай. Чем выше, тем меньше шансов, что он слезет. Давай, давай, отпускай. Сир, давай, давай. Давай, он сейчас до стола дойдет. Сирка, ну не будь тебе гимнастом. Наверное, шарик сейчас выпустим. Темно уже, конечно, но мы так. Где будем выпускать? Большой. Он уже подсдулся. Так. Слушай, выключи свет. Включи свет, правда. Ой, он сюда назад. Вышел туда, что видно было, не видно. Ты что, пускаешь уже? Я не видно. Я вообще не видно. Не, ну видно. А на небе его вообще не видно. Попробую туда толкнуть. Все? Да? Да. Крыша улетела туда вверх. А? За крышу туда вверх полетела. Игорь отрывает этот. Мы повесили занавесочки. Отрывает скотч. Мы же заклеивали в зиму окна. То, что дует сильно щели. Вот. Мыть, короче, не буду. Не хочу. Ужасные окна. Они не отмываются. Там уже просто со временем. Сколько вот лет этим окнам? Послевоенные они? Наверное. Почти, да. Потому что наш дом вот этот... Вообще довоенный. А потом его отстраивали, да? Восстанавливали. Реконструкция была. Так что дома. С реконструкцией они и стоят по-любому. Такие старье. Красили еще такие слои краски. Не раз его красили. Вот так. Скотч. У нас окно чуть не упало. Смотрите, как оно. Игорь говорит, зато если вот окна менять, ребятам будет хорошо снимать. Ну да, это тоже. Да, да. Охренеть. А мы думаем, что у нас так дует зимой? Блин, трэш. Смотрите, как у нас уже красивенько. Повесили занавесочки. Я их не отпаривала. Ничего, может, завтра пройдусь, не знаю. Сегодня прям что-то какая-то у меня слабость. Вот так вот лампа смотрится красиво, еще полку не разбирала, заправили кровать, подушечки поменяли. Ну, короче, вот так вот выглядит. Сейчас вам на широкий засниму. Вот красота, уже так красиво, светленько, с комодами, конечно, кайф вообще. Но еще дел много. При дневном свете, ну, при свете, вот так вот выглядит ярко так, так красиво. Ну что, мы ужинать? А дома у меня только один стул. Мне немножко пюре тефтелька и овощи. То есть мы с тобой только лет знакомы. Ты нас больше никогда не попадешь. Слушай, Таня. Или тебе настолько мебель нужна? Нет, букетик что, собрала. С пуфастиком. Игорь супчик ест. Я аппетит. Вот ты переживу.